Строительство развлекательного парка на берегу центрального городского пляжа идет полным ходом. На очереди, пожалуй, самый важный момент – установка современных аттракционов. Их изготовила известная во всем мире компания, проекты которой украшают самые знаменитые парки – от Сочи до Парижа. Есть семейные, есть детско-семейные, экстремальные. Сейчас мы привезли первые 4 аттракциона, и сегодня они разгружаются. Это детско-семейные и детские аттракционы. Приступить к монтажу планируем в апреле. Также ждем в марте отгрузку оставшихся 8 аттракционов. И все 12 по графику с 15 апреля у нас приступает к монтажу, к пусконаладке и проверке. Работа на стройплощадке кипит почти год. Название «Калейдоскоп» выбирали всей областью. В социальных сетях «Агробелогорье» проводилось народное голосование. По задумке гости будут попадать во временной портал, который приведет их в различные зоны – Стимград, заколдованную деревню, белгородские забавы или сказочный лес. У каждой свой колорит и оформление, которые создадут волшебное ощущение, словно смотришь в знакомую с детства игрушку. В этом году, 5 августа, мы запускаем башню падения. Это 40-метровая башня вверх-вниз. Значит, 12 человек в свободном падении. Это очень интересно. Конечно, у нас есть планы на следующий год. Это американские горки. Ну, там срок изготовления большой, больше 12 месяцев. Да и вообще сам парк, он должен динамично развиваться. Это постоянно живущий, развивающий организм. Конечно, впереди немало работы. Заканчивается укладка энергосетей, вскоре начнется благоустройство территории. Уже в августе, в день освобождения Белгорода, парк откроет свои двери и подарит жителям и гостям областной столицы новые незабываемые эмоции. Богдан Арисланов, Александр Сосоев. Такой день на мире Белогорья.